которая умеет бороться с течением. Вот она на выходе, пошла. Вот наша задача сейчас ее вывести. Ах, красотунка наша. Ну, совсем небольшой, под вечер почему-то клюет. Но солнышко нет, где на солнышке садился. Ну, вот это, Дариус. Это редко. Ой! Ну, в общем-то, вот то, зачем мы сюда, да, так далеко, ради чего мы сюда приехали. Получать удовольствие, дышать свежим воздухом. Да, и общаться вот... с прекрасными людьми, новые знакомства. Ну, и отпускать, естественно, лавы. Значит, заставил изменить тактику. Пытались сегодня сесть выше по течению, но как бы попытка не увенчалась репортажей. А потом будем пытаться поймать хозяина. Да, хозяина этих рек, Тайменя. Вот что получится, вы тоже увидите. Оп. Вот. Он опять. Это уже четвертый. Рыбачим он буквально 10 минут, 15. О, вот он идет. Смотрите, хороший. Трещоточка даже работает. Течение сняли мы его самого. Выходить не хочет. Честно сказать, мне на твою снасть как-то даже страшно его тащить. А мне приятно. Смотри. Нет, конечно, на такую как бы изящную. Вот, смотри, вот они пошли с леса. Давай, подводи. Надо немножко поприятничать до этого. Где он? Ты его подведи, чтобы... Покажи. Покажи зрителям. Уже пятничок у него светит. Ну это уже такой более-менее. Ты его просто это, ну, выводи его на камеру и все. Так, ходом. Посмотри, он не хочет. Он не хочет совсем. Он загибает, он вот, смотрите. Вот она прелесть-то всей рыбалки. Ну и вот он, рыбочек наш. Все-таки он вышел. Вот, это уже рыбка достойная. Я считаю, что это уже неплохо. Положи ее рядом со спиннингом, чтобы сейчас показать хотя бы так, чтобы зрители могли заценить реальный размер рыбы. Ну, это где-то грамм, наверное, 400. 400, да. О, потом, конечно, не хочет с нами быть. Просит его на волю. Сейчас мы его потихонечку здесь возьмем. Ну, 400 грамм, да. Да, большое. Вот, приятно. Такие, из таких мы сегодня делали сношения. Ну, он уже в руку-то, слушай. Уже в руку. Так, это одно. А килограммовики как себя ведут? Не побольше, так вообще весело. Вот четвертый. Она уходит, пил куда? Да. Это, ну, легко. Ты притопи чуть-чуть. Блесни, не крути сразу. Сразу... Вот он есть, да? То есть каждый запрос рыбка. Не, а что-то я не пойму, рыбачим-то только мы пока или что? На сближение пошел. На сближение пошел народ, да? Что я давно. Давно? А где он? Вон он. Это совсем ребенок. Ну, этого сразу надо отпускать. С нами присутствует на рыбалке еще один рыболов. Ну, с нас много рыболовов, но это почетный рыболов. Да, почетный. Потому что... И по нечетным он тоже рыболов. Чем он... А? Чем он примечателен? Потому что человек с очень такой оптимистичной жизненной позицией, несмотря на свои 72 года, он в строю, он всегда готов
участвовать в любых мероприятиях. Абсолютно не жалеет о том, что рыба ушла. Да, потому как ее много, и он поймает ее еще. В общем, дай Бог ему здоровья. Ну, как вы видите, процесс пошел, и он необратим. Да, вот, ну вот только как бы пока дети. Да, да. Знаешь, как было? Дурак хапанул покрупнее и потом отпустил. Тычок был, да? Нет, дурак хорошо. Ну то есть, как вы видите, пусть он не очень крупный. Ты сидишь наблюдать, этого я отпустил, а он не ушел. Смотри, Андрюха, он стоит. Ага. Видишь, нет? Да, да, да. У них здесь может быть домик будет. Домик? Так надо им пентхаузик маленький делать, тогда у них все хорошо получится. А у меня последняя съемка буквально неделю назад на Алабу. Я там десяток штук поймал, вот эти. Слушайте, тут бушка такая. Я их отпускаю. Прямо видео. Так. Так как я не очень и съемщик, и рыбак, но попытаюсь поснимать. Кнопочку там. А я уже кнопочку разобрался, красненькая горит. Попытаюсь, по крайней мере, Андрея. Он главный. Получился, кстати, нихуёво заброс. Ну ты без мата, пожалуйста, потому что идет съемка, будем показывать детям. Он с сигарой выглядит очень колоритно, ты дымит. То есть у него получается. Дальше там Александр пытается тоже что-то сделать. Сидит! Вот Андрей! Остатки. Да ладно, остатки! Тут ее был. Вот три дня, давай забьем, три дня буду выкашивать. В эти остатки за три дня не выбить. Андрей вот тащит. Ух ты, смотри, вот она. Дети, аккуратней. Ну, дети, не дети, по крайней мере. Снасть работает. Сегодня мы с Андреем пока всех обловили, мне кажется, так. Есть такое чувство? А? Слушай, а захватил-то на все три крючка. А, ё-моё, вот это авария, конечно. Вот поэтому я снимал крючки и рыбачил без крючков. Ну-ка так. Ты его не чмокаешь, так уходит. Ну, уходит, ладно. Ушел. Вот, снасть работает. Без поцелуя. Так, сделай. Молодчик. Андрей молодец. Ну, хотелось... Юра, сделай так. Юра, так. Не могу. Он не может, он рыбачит. Ну, ладно. Ловится у нас, неплохо ловится. Выбрали правильное место, снасть. Да может. Правильная тактика у нас заброса. Андрей, сигару правильную выбрал под это. Так, ну где он? Покажи, как он, выходит, не выходит. Меня уже не клюет. А у нас нормально. Вот он выходит. Да нет, я думаю, это не последний. Так, Андрей взял. Нормон. Ну, опять не крупненький. Ну, факт. Ловится. Ловится. Работает. Ну и вот смотри, Сережа все-таки снасть подобрал верную, да? Андрей, согласен? Согласен, вот я вот сейчас вот тут поймаю. А то меня тут за дилетанта решили держать некоторые товарищи. Я вот сейчас тут поймаю. Андрей, солнышко надо. Йо! Да ловится, вот смотри, опять поймал. Да нет, так он какой последний? Он каждый раз последний, что ли? Который из последних. Какой из последних? Это, сколько их тут последних таких? Но мы же не за это, главное процесс. Вот это ужасно, да. Поэтому я предлагаю крючки снять. А мы не берем. Там уже все, всех вынули. Мать поменялась? Там всех вынули. Вот наш заслуженный рыбак тащит рыбу.
Операция называется «Отцеп». Нет. Ай да молодец. Юр, подкрути у него спину. Их это сложнее. Когда-то я по течению шел, а сейчас надо мне туда выходить. Ну давай я тебя зацеплю, да буду тащить. А, ты там зацепил опять. В принципе, я понял. Я в Монголии понял, что нужна третья точка опоры, иначе, иначе удачи не видать. А с тремя точками опоры нормально. Вайдерсы испытал. Молодец, Сережа. У Гофмана отнял. Ну ты молодец. Я. А чё? А чё? Смотри, герой. Вот такие вот, яства, вот такие вот тарелочки, рыбка, вот так вот разделанная, нарезанная. Вот в общем-то. Нет, здесь-то покажи, да, сам смак. Так я показал это все. Вот такие вот вещи у нас творятся на нашей рыбалке. Вот это все, да, дно, все это тут вот. Ну вот тут вот свинство, конечно, тоже оно не без этого. Нет, ну, нет, что тебе сделаешь? Нормально все. Парни вот готовятся освоить нахлыст. Константин пытается, да. Да, Константин пытается. Пытается замучиться. Купил это, осваивая нахлыст. Ну, в общем-то, вот такой вот. Как его можно, скромным не назовешь, у нас стол. Значит, вот тут как бы вот, ну вот так вот все, вы сами можете это увидеть. Мы веселимся. Веселится. Местные реки полны рыбы. Веселится и ликует. Весь местные леса изобилуют дичью. Вот буквально сходил так недалеко, на пару часиков взял двух глухарей, по одному стрелял, не попал. Ну, в общем-то, вот как-то оно так. Так. Завтрак второго дня. Как ни парадоксально, но блины. Я вчера обнаружил в палатке что-то твердое такое лежит. Банка, да. Надо облегчать ее. Паника! Не успел. Вон тот. Договаривайся. Ну, Дима, давай предупреждай. Тут у нас преподают курсы кройки и шитья. Ушивание мешков картофельных называется. Подготовка к встрече с медведем. Мешок пришивается сзади. Чуть ниже пояса. Да. Чуть ниже ватерлинии. Мужики классные специалисты. Один мушки вяжет, а второй мешки. Заказывать будете, да? Катамараны, мешки. Давай объявление сделаем. Шью, починяю. Снимаю порчу. Нет, причем... Шьют только на речке, да? А я понял, что нормально можно выносить. Там уже все вместе. Малосол с шоколадом. Шоколад, малосоль или малосол с шоколадом. Я вот сейчас сижу, вспоминаю. Вот сам был участник события, ты говоришь, что медосмотр, кто косит там от армии, не от армии. Елабу, блин. Собираем катамараны. Готов. Сборка первая далась с некоторыми трудностями, но думаю, что дальнейшее пойдет лучше.
топится банька. Сегодня у нас банный подготовка к сплаву. И этот есть? Короче, вот у нас тут еще произошла небольшая травма. Так как у нас с собой доктор, у нас вообще с собой полный комплект. Мы можем как жарить котлеты, так и принимать роды. Ну и оказывать первую медицинскую помощь. Вплоть до того, что зашивать, разрезать и ампутировать. В данном случае пациент от ампутации головы отказался. Будем лечить. 28 августа, среда. Сегодня мы снимаемся с этой стоянки и решили поменять картинку. По настоятельной просьбе некоторых товарищей со страшной силой желающих поймать тайменя, мы решили дать им такую возможность. Собрали лагерь, сожгли весь мусор. Ну и вот так вот нагрузившись, продолжим наш дальнейший путь, сплавляясь по речке Мокрая Сыня. И вот мы идем. Вот наши суда. Сереж, грибани мальца. Нас развернет. Сейчас я подожди, тогда вот сниму красоту горы. Грибани, чтобы нас выровнял. Костя. Горки. Вот он, Северный Урал. Полярный. Красота какая. Так вот мы тихонечко идем. Неугомонные. Его не хотят поймать. Вот чем неугомонные он. Хотят кого-то поймать все-таки все еще. Мы пытаемся это все дело снять. Но пока сплав идет нормально. Течение такое весьма комфортное. Поэтому категорийности не присутствует. У нас вообще по свету получается. Танька, подсобань. Вот так вот мы сплавляем. Ну что, столько воды, да, бывает? Бывает. Такая вот речка. Ну вот после 8 часов сплава, пройдя примерно километров порядка 20, мы наконец-то нашли косу. Ну, косу было много, но мы нашли место более-менее подходящее для нашего лагеря, так как больше сплавляться мы настроения не имеем. Соответственно, здесь будет наш последний лагерь, отсюда нас будет забирать вертолет. Характер реки кардинально поменялся, она стала шире, она стала глубже. Вот там выше из-за поворота выходит перекат, и сразу есть хорошая перспективная ямка, где мы в дальнейшем будем пробовать рыбачить на таймене. Ну что ниже, мы пока не знаем, там мы еще не были, а то что выше, ну в принципе, когда река становится более полноводной и широкая, рыбу найти в ней становится более проблематично. Вот за этими кустами вот прорубаем проход в лагерь.
там полным ходом идет установка палаток. Я намерен присоединиться, потому что не люблю я лагерь ставить последним. Четверг, 29 августа. Наш лагерь. Вчера вечером ставили лагерь на косе. Ну как лагерь, кухню, баню, катамараны. Но здешние реки очень переменчивы. Вот наша кухня, где мы вчера ужинали. Ну, тут вот сохнут вещички. Там вот стоит, где кастрюля, там был у нас костер. В кастрюле осталась солянка. Вот, естественно, тут дрова. Ну и вот она, остальная картина вчерашнего безобразия. Вчера здесь было все хорошо. Вода резко за ночь прибыла. И пришлось передвинуть палатку на косу повыше. Вот тут у нас живет. Наш повар, который вчера жил вот здесь, вот здесь стоит ящик, вот этот вот желтый, вот здесь у него была палатка. Вот так вот иногда бывает на этих реках. Вот, значит, у нас Вадим. Он пытается поймать тайменя, но пока безрезультатно. Ну, снасть-то готовит серьезную. Вадим, хоть что-то какие-то были, там, выходы и всплески? Сегодня нет, но надежда остается. Ну, если надежда остается, это уже радует. Оптимизм присутствует, мы не унываем. Сейчас будем принимать решение, либо сдвигать лагерь в другое место, либо ждать, пока упадет вода. Ну вот у нас, значит, группа доставки пищи. По воде, водная доставка. Сплавной маршрут. Да, на сухое место. Да, да, да. А вот у нас венецианский ресторан, называется... Мокрая сыня, действительно мокрая. Да, 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 действительно мокрая. Блин, сыня. Вот это ты хорошо сказал. Так, мокрая сыня. Ресторан мокрая сыня на мокрой сыне. Да, да, да. Сейчас ходу и будет сухая. Все, нет, плавают все. Да. Это, вы не подумайте, нам просто... Ну вот так вот. Лень стала передвигать. Раз уж затопило, так затопило. Последний день. Вот мы уже собрались. Сидим, ждем, когда за нами прилетит вертолет. Палка в целом удалась. Несмотря на то, что последние два дня практически ничего не ловилось. Таймени взять так и никому не удалось. Но по рассказам бывалых, мы просто до того места не дошли. Ну, опять же, тут бывалые сами-то не всегда ловили. Поэтому пока ждем вертолет. И вот за нами подлетели. Как-то у него сомнения появляются.